Всем привет! У меня тут возник небольшой разговор с коллегой. Она преподает вокал. И, значит, у нее ученица слилась и как бы ничего не конкретизировала. Она ей все пишет, пытается понять и так далее, разобраться. На что я ответила, что, допустим, я уже ни за кем не бегаю. И то есть, если у меня ученик сливается, я не бегаю за ним. Я отключаю себя от этого ученика и, собственно, двигаюсь дальше. На что она мне сказала, ну, моя коллега, что я развиваю в себе безразличие. А вы знаете, каждый как-то по-своему подходит к этой проблеме, но лично я просто именно с опытом поняла, что если я буду все время переживать за каждого пропавшего ученика, то от меня живого места не останется. И я во многих видео говорила, что это не учитель должен бегать за учеником, а ученик за учителем, потому что носитель знаний – это учитель. Соответственно, ученику они нужнее, даже если он за это платит. Я даже говорил во многих видео, что когда вы платите за обучение чему-то, если у вас нормальный преподаватель, вы получаете больше, чем вы платите. В общем, я просто хотела сказать, что это не развитие безразличия, это способ обнулиться. Я не могу за каждым учеником бегать, потому что люди при капиталистическом режиме, они могут исчезнуть, они могут пропасть, могут даже считать себя необязанными информировать вас о чем-либо и так далее. И я не хочу делать такие телодвижения, при которых создается впечатление, что якобы я навязываю свои услуги. То есть для меня это как-то неприемлемо и практически ниже достоинства. Поэтому если у меня есть ученики или появляются, они занимаются, а потом исчезают, я не бегаю за ними, не написываю им. И считаю, что в моем случае это на сегодняшний день единственный такой возможный способ сохранить и сберечь свою нервную систему. Эту тему можно развивать бесконечно, но в целом мысль как бы заключается в этом. Если те или иные ученики настолько безразличны к своему преподавателю, что его не ставят в известность, и ну, просто берут и исчезают, да, или, например, говорят, что там не буду пока заниматься. Но это, в принципе, нормально. Я считаю, что учитель не обязан цепляться к этому ученику. Потому что иначе просто можно сгореть. Всем хорошего дня!